Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi 8 Lite сбросить настройки приложений. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт приложения. Осталось его только найти. Вот он, приложение. Все приложения. Нажимаем дополнительно и нажимаем сбросить настройки приложений. Важно, данные удалены не будут. Будут лишь сброшены следующие настройки. После чего нажимаем сбросить. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!